Добрый день, дорогие ребята, педагоги. Я хочу в первую очередь сказать вам огромное спасибо, что вы нашли возможность именно в этот знаменательный день посетить наш музей. Почему знаменательный? Вы прекрасно знаете, что через два дня, 27 января, вся страна будет отмечать дату и скорбную, и вместе с тем очень трогательную, потому что именно 27 января 1944 года был освобожден полностью блокадный Ленинград. Немножечко хотела, конечно, сказать предысторию. Я не сомневаюсь в том, что вы и сами об этом знаете, но тем не менее хочется напомнить, что война ведь началась 22 июня, а уже в июле, 10 июля, фашисты перекрыли железнодорожные пути к городу Ленинграду. Почему они это сделали? Да потому что одним из самых стратегических и важных направлений это было ленинградское направление. Сами понимаете, город, который, ну, наверное, олицетворял всю нашу страну и по сей день олицетворяет. И дело в том, что уже в августе месяце, через два месяца после начала войны, они, фашисты, перекрыли и сухопутный подступ. И таким образом Ленинград оказался в полной блокаде. И, конечно, на что рассчитывали фашисты? Да на то, что они сломят волю людей, что люди не выдержат, что они предвидели непременно этот голод. И еще так получилось, что в этот год была суровая очень зима. И вот это все наслоилось одно на другое. И в таких условиях люди выстояли. Но какой ценой они выстояли, вы тоже знаете. Почти по разным данным, на Нюрнбергском процессе говорили, там около 700 тысяч человек погибло. А по другим данным, это более миллиона. Почти 900 дней длилась эта блокада, 872 дня. Представляете? И самый тяжелый период – это была осень и зима. То есть осень 41-го, зима 42-го. Ребят, я вот сейчас скажу вам жуткую цифру. Вы только вдумайтесь. Только за январь месяц 42-го года в Ленинграде погибло 107 тысяч человек. И из этих 107 тысяч почти 6 тысяч детей. Вы представляете, 6 тысяч детей за один месяц. Что это было? Как вообще люди могли выжить в таких условиях? Кто-то еще мог выжить. Но наша страна тоже делала все для того, чтобы хоть как-то помочь этим людям, которые попали в ловушку самую настоящую, западню. И вы знаете, что когда замерзла вода, и по Ладожскому озеру была открыта именно вот дорога жизни, и вывезли, представьте себе, в городе на тот момент, когда он был блокирован, осталось 2,5 миллиона человек. Из этих 2,5 миллионов было 400 тысяч детей. Кстати, из 400 тысяч детей погибло только за один январь, погибло около 6 тысяч. То есть это больше 10% детей вымерло. И вы знаете, у меня, наверное, мне выпало счастье общаться с теми людьми, кто осознанно помнил вот эти события. И одна из них, это была вот Александра Николаевна Мухина. Она на тот момент была совсем молоденькой мамой, ей было 22 года всего. Она только недавно вышла замуж, у нее ребеночку одному там было 1,5 года, и она ждала второго ребенка. И когда начинается война, ее мужа забирают сразу же в ополчение. Он с первых дней ушел в ополчение, и все, и она больше о нем ничего не знала, потому что он погиб уже в первые дни войны. И эта женщина, она маленькая сама по себе, такая хрупкая. Когда я ее узнала, ей было уже 80 с лишним лет. Ее уже нет в живых, естественно. И вот она остается с одним ребенком, осенью рождается второй ребенок. И вот эта женщина
рассказывала, вот все то, что описывается сегодня в книгах, я имела возможность слышать вот из первых уст, потому что, представляете, вот она рассказывает, как погибает ее первый ребенок, умирает от голода. Потом рождается второй, умирает второй ребенок. И людей, как мы уже сказали, да, умирало так много, что вот Александра Николаевна рассказывала, она говорит, были такие сараи, говорит, и в сараях зимой нельзя было, потому что невозможно было даже хоронить. И люди ослабленные были. И тогда в сараях трупы людей складывали, притом вот складывали, она говорит, вот прям как поленца, вот как поленья в деревне, так сложат трупы, потом вот так, потом вот так. И так, она говорит, до самого потолка. И потом, когда пришла весна, особенно 42-го года, людей начали из этих сараев, там, из подсобных помещений, как бы забирать и хоронить на Пискаревском кладбище. Это, ну, просто жутко. Это вот, ну, невозможно себе, я не могу себе вообразить, потому что и мурашки, и страх, и жуть, вот все, это не передается даже осмыслению, не то, что это рассказать невозможно, тут даже осмыслить это невозможно. Вот, и еще хочу сказать, ведь посмотрите, когда мы говорили о Ладожском озере, то ведь вывезли почти миллион человек. Вывезли очень много, в том числе детей вывезли очень много. Вот, потому что в первую очередь вывозили детей, стариков и женщин. И вот как раз среди эвакуированных была эта героиня наша, Александра Николаевна, уже без детей, ослабленная, опухшая от голода. Ноги у нее распухли, ее уже как безнадежную, да, уже вот, ну, отправили там, и тоже, ну вот вместе с детьми, она была махонькая такая, вот вместе с детьми. И она рассказывала, что и обстрелы были, пока их, скажем, везли по этому, да, и как у них на глазах проваливались под лед вот эти полуторки, да, которые везли, вот перегрузили немножко машину, где-то трещину, все, и люди таким образом погибали. И вот у нас есть справка об эвакуации, прям написано, вот в 42-м году ее эвакуировали из города Ленинграда. Она была эвакуирована в Тверскую область, там, к родственникам. Но тем не менее, вот именно, понимаете, вот на примере судьбы этой женщины мы можем отследить весь ужас вот происходящих событий в годы Великой Отечественной войны, хору блокадного Ленинграда. Ну и, конечно же, ребята, вот, кстати, вот я хочу сказать, у меня есть такая справка, да, вот, свидетельство о смерти называется, потом подойдете и посмотрите. И там написано, причина смерти – сердечная слабость. Понимаете, а таких вот, и это было почти миллион человек от этой сердечной слабости. Понятно? По статистике, вот как говорят, ну, погибло там по разным данным, как я сказала, от 700 тысяч до 1 200 000, но по статистике 97% из этих людей умерли от голода. Нечего вообще было кушать. И вот, наверное, одним из самых стратегических продуктов, естественно, был хлеб. Ну все, ничего не оставалось больше. Только оставался хлебушек, который давали по карточкам. Вот такие карточки, потом тоже посмотрите. Вот этот маленький квадратик, это одна пайка хлеба. Вот. И ходили женщины обессиленные, дети за этими карточками. Бывало такое, что теряли, бывало такое, что не выходили домой, потому что от слабости погибали прямо на месте. И именно 42-й год пайка хлеба дошла до минимальной, давали самый минимум, это был 125 грамм блокадного хлеба, который сегодня символизирует, наверное, вот стойкость и мужество людей в годы. Вот вам кусочек. Вот, знаете, вот как-то
Я проводила экскурсию, и девочка одна мне говорит: ой, мне бы хватило. Я говорю: конечно, тебе хватило, если бы у тебя супчик был, кашка какая-то была. А так, вот этот кусочек хлеба, больше ничего на сутки. Ничего, даже воды не было. Знаете, вода замерзала, вот люди ходили на Неву, чтобы там проруби делали. Воды даже нельзя было взять. Знаете, и этот хлеб был наполовину сделан из, ну не наполовину, там до 30% была целлюлоза, опилки всевозможные добавляли. Вот. И я хочу сказать, что вот, ну как рассказывала Александра Николаевна, что говорит, хлеб, конечно, наесться невозможно было этим кусочком хлеба. Тогда отламывали маленький кусочек, говорит, ложили его за щеку. И как бы вот это ощущали просто хотя бы привкус хлеба. Потому что, ну, вот как сегодня мы там леденцы, вот ребята чупа-чупс там кладут за щечку, точно так же вот они держали этот хлеб за щекой, чтобы не наесться, но хотя бы ощутить, что во рту есть хлеб. Ну, а так рассказывают, конечно, всевозможные истории, жуткие истории рассказывают, как люди пытались, и кошек всех съели, ведь Ленинград, всех кошек переели, там, и крысы, все, что угодно. Как-то пытались мне выжить. Так что вот это, ребята, наверное, символ жизни блокадного Ленинграда. Этот маленький кусочек хлеба, который нам попал. К счастью, это кусочек хлеба попал нам именно из Ленинграда. Я рассказывала, может, кто-то из вас знает. У нас есть жительница нашего города Екатерина Малафеева, которая принимала участие на спортивных соревнованиях, победила, и в качестве приза давали победителю в Ленинграде вот этот кусочек. Несколько лет она хранила дома, потом передала мне все. Вот. Ну, естественно, конечно же, наверное, хотелось бы рассказать отдельно о судьбах людей, так же, как вот Александра Николаевна, потом спустя какое-то время у нас побывали гости из Оленегорска. Ну и как-то мне пришло, да, извещение, как бы звонок был такой, говорит, мы располагаем очень ценным экспонатом. И предложили мне вот эти два рисунка. Ребят, смотрите, мы сейчас с вами говорили о январе 42-го года. Так вот, видите, рисунок сделал 7 января 42-го года, тогда, когда умерло 6 тысяч почти детей. И один из них, это был вот этот мальчик. Который нарисовал. Он мечтал стать художником. Красиво рисовал. Я потом... Я давала эти рисунки специалистам, они говорили, большая перспектива, он мог стать художником. Мы сегодня, может быть, слышали бы, знаменитый художник Василий Катков, он погиб. Он умер точно так же, откуда все остальные. Ну вот, как-то очень долго, даже не думала, что так. А в этот день очень тяжело. Вы знаете, вот если вернуться к Александре Николаевне, потрясающая. Вот. И эта женщина, вот как это, какой-то, как символ какой-то, она родила 9 мая. Вот 9 мая, вот ее удостоверение жителя блокадного Ленинграда. Вот. И вот здесь потом вы можете посмотреть. Здесь вот мы имеем такую книгу интересную. Каждый день расписан, ну как вот дневник такой. Блокада день за днем, все эти блокадные дни. Вот, кстати, знаете, когда приходят маленькие детки, мы всегда как бы акцентируем внимание на этой картине, это наша художница Мансковская сделала. И вот дети по-разному реагируют. И, наверное, вот обратите внимание на наши четверостишья, как там написано. На чаше мамы стареньких весов лежит засохший черный хлеб, не говорит, кричит без слов о детстве тех военных лет.
Ведь этот слиток в 200 грамм спасал когда-то жизни. Ну, так, наверное, и есть. И, ребят, я еще хотела акцентировать ваше внимание на то, что мы, когда проводим экскурсии, у нас всегда присутствуют живые свидетели истории, то есть дети войны. И сегодня я хочу вас познакомить с Людмилой Васильевной Василенко. Она не житель блокадного Ленинграда, но она ребенок войны. Сегодня в среднем детям войны уже 85 лет. Вот Валентине Людмиле Васильевне уже 80 лет, и спасибо ей за то, что она каждый раз приходит, помогает проводить эти экскурсии. Вот. И все-таки, наверное, очень дорогого стоит хотя бы несколько слов всегда услышать от самих очевидцев. Пусть они сами что-то уже не помнят, но им рассказывали их мамы, которые пережили эти ужасные трагические события. Вот. А если вернуться еще чуть-чуть вот к нашей истории о блокадном Ленинграде, сколько матерей погибло, спасая своих детей. Они отдавали этот кусочек хлеба, чтобы только ребенку спасти жизнь, а сами погибали. И таким образом, конечно, мы благодарны детям войны за то, что они выжили в этих условиях нечеловеческих, и, естественно, их героическим матерям. Людмила Васильевна, буквально 2-3 слова. В магазине, в очереди получить. Ну и родители впихивали, ну как, стоит очередь, ну представляете, да? Один запихивает детей все-таки, второй вытягивает за руку, чтобы дети... Потому что это была борьба за жизнь. Вот каждый день. Или ты с хлебом, или ты вообще даже без того кусочка хлеба. Это страшно, это жутко. Это непередаваемо. Самое главное пожелание, чтобы наши дети никогда в жизни не познали ничего подобного. И для этого, ребят, мы и сохраняем память, чтобы вы об этом знали. И дальше за вами будущее. Вы будете, скажем, может, кто-то из вас даже будет там депутатом, там еще. От вас будет зависеть наше законодательство, наша политика. И мне очень хочется, пусть те вот эти вот впечатления ваши, которые вы сегодня получили, навсегда останутся с вами, чтобы вы могли не только это знать сами, но и передавать следующим поколениям. Потому что вот еще чуть-чуть, и все, уходит поколение. И нельзя допустить, чтобы вместе с ними ушла вот эта память, чтобы она не ушла в забвение. Кто-то это выжил. Выжили наши родители, дали нам, обеспечили каким-то правдой, неправдой, что мы живы. Но вы не представляете, уже я постарше стала, когда кончилась война, какие города раскроены, которые все, острые, вот, по-моему, вот, в Белоруссии, он ребенка держит, вот это одна печка, потом вот эти вот эти колокольчики, вот эти руины, вот эти руины, из этого со всего все-таки поднялась. Восстановили всю страну. Страна-то поднялась. И как раз восстанавливали такое. Дети войны. Выросли, восстановили все. Это Россия, сколько? То ли организовать, то ли заставить, то ли что-то сделать, но восстановить. И надежда у людей была, желание, надежда. Да. А какое чувство было патриотизма? Слушайте, это была какая-то неистовая любовь к родине. И только это, вот именно любовь к родине помогла выстоять. Я же говорю, что никак, вот почему фашисты не смогли осуществить задуманное, да потому что они столкнулись с такой стойкостью и мужеством людей, и они на это не рассчитывали. Особенно вот что касается, это же не только Ленинград, а в целом мы не говорим, что в целом это был общий героизм людей, который, это, ну вот сейчас будет фильм «Зоя», смотрите, это же невозможно. У меня сын говорит, ну как, вот как люди вот не, ну, жертвовали буквально собой во имя спасения Родины, в первую очередь думали о Родине. И, кстати, многие дети войны, и мой муж относился к этой категории, и он говорит, я прежде думаю о Родине, потом о себе. Понимаете, вот это люди вот, так, вот этой старой закалки, они с этим жили. Кстати, мне очень приятно сказать, что вот на подступах к Ленинграду были же бои, в том числе Новгородской области. И мой папа, он прошел всю войну, и к
как раз освобождал города Новгородской области. И я лично этим очень горжусь. И я узнала уже позднее, в силу разных обстоятельств. Вот, и не знаю, я с этим, конечно, я с этим живу, и мне очень приятно, что вот дошел до Берлина. У нас много таких героев Великой Отечественной войны, и павших, и тех, кому посчастливилось остаться в живых. Вот, поэтому, ребятки, память о Великой Отечественной войне мы с вами должны чтить, мы должны это знать и передавать своим детям и дальше.